Знаменитый российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев накануне рассказал о том, что он сильно разочаровался в актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации Валентине Талызиной после ее скандального интервью в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». «Актриса Валентина Талызина меня окончательно разочаровала. Такую хрень нести на старости лет. Ужас и стыд. Эльдар Рязанов, если бы услышал». Такие слова написал именитый журналист на страницах своего телеграм-канала. Необходимо акцентировать внимание на том, что недавно народная артистка РСФСР прошлась со своими комментариями по сбежавшим из России коллегам. Валентина Талызина припомнила о вырезанной сцене с актрисой Лией Ахиджаковой в художественном фильме Эльдара Рязанова «Андерсон. Сказка без любви». Актриса также не обошла стороной и переехавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она предрекла Примадонне страшные мучения в эмиграции. Помимо этого, Талызина назвала настоящее имя отца певицы. По ее словам, Пугачева только после смены отчества стала Аллой Борисовной. На самом деле ее отца звали Барух. В некоторых источниках действительно встречается упоминание об отце Аллы Пугачевой. Одни издания пишут, что это был мужчина еврейской национальности по фамилии Бендицкий, а другие называют человека с фамилией Певзнер. Так что Алла Баруховна может быть и Бендицкая, и Певзнер.